песни, танцы и сказочные персонажи. Повеселиться на елку пришли более 400 человек – жители Нижнего Новгорода и Кстовского района. Праздник для малышей и их родителей провели по инициативе депутата Государственной Думы Дмитрия Сватковского. Изюминкой новогодних гуляний стал парад Дедов Морозов и Снегурочек. Очень здорово. Дети веселятся, чувствуется энергетика Нового года. Нам очень нравится. Спасибо Дмитрию Валерьевичу Сватковскому за это большой, потрясающий, классный праздник. Очень все нравится. Судя по реакции детей и их родителей, праздник удался. Счастливые улыбки не сходили с лиц гостей елки. Улыбки, которые нас сопровождают в этот праздник, дают возможность нас чувствовать счастливыми. И, конечно, в первую очередь, это улыбки детей. Для нас это важно, для каждого из нас, для взрослых. Мы в эти новогодние дни возвращаемся в детство. Еще одна елка прошла в Ленинском районе. В недавно благоустроенном парке Дубки собрались более 600 нижегородцев. Всей семьей пришли. Нравится тебе праздник? Нравится. Вот, в нашем новом парке, да? Отремонтированном, восстановленном парке. Очень хорошо. Нам нравится здесь. Для детей было организовано представление с играми «Давайте жить дружно» с персонажами из мультфильма «Приключения кота Леопольда». Также прошли творческие конкурсы для семей и спортивные эстафеты. Все желающие могли сфотографироваться с ростовыми куклами и посетить зону аквагрима. Праздничным настроением зарядились и дети, и взрослые. Пожелать всем хочу ощущения праздника каждый день. И пусть будут препятствия, пусть будут сложности, но мы умеем их преодолевать. Что доказали в 2019 году, абсолютно уверен, что следующий год тоже будет для нас всех успешным. С Новым годом! Валерия Стародумова, Время новостей.